как в Грузии увековечили застолье, где изобрели очередной эликсир молодости и какой раритет уйдет с молотка в Бостоне. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Эликсир молодости создали голландские ученые и уже успешно испробовали его на мышах. Опыты проводили в течение года над грызунами, которые по возрасту сравнимы с 90-летним человеком. По утверждению ученых, после применения мыши были активны и могли преодолеть вдвое больше расстояния, чем раньше. Когда молодильное средство появится на прилавках, пока неизвестно. Грузины признали свое знаменитое застолье памятником нематериального культурного наследия. На новость тут же с шутками отреагировали в соцсетях. Мол, что же будет? Те, кто не слушает за столом тамаду или рано уйдет с застолья, будут наказывать за оскорбление памятника культуры. Ранее такой статус уже получили технология выдерживания вина, три вида грузинского алфавита и национальная спортивная борьба. На аукцион выставили дневник Джона Кеннеди, в котором он восхищался Гитлером. 35-й президент США написал: «В Гитлере было то, что потом порождает легенды». Записи были сделаны в 45-м после посещения чайного домика Гитлера в Баварии. Торги состоятся через месяц. За уникальный лот надеются выручить не меньше 200 тысяч долларов. Неимоверный ажиотаж в Гонконге вызвала выставка мумий коммунистических лидеров. Посмотреть на копию Мао Цзэдуна, Владимира Ленина, Фиделя Кастро и других правителей прошлого пришли тысячи посетителей. Идея необычной экспозиции возникла у китайского художника Шэнь Шаомина почти 10 лет назад. Выставку он назвал «Встреча в верхах». Китайцы надеются, его творениями заинтересуются музеи мира и выкупят необычные экспонаты.